Так, друзья, ой, я сегодня как лягуха-путешественница. Целый день сегодня в разъездах. И в ЗАГС, и в налоговую, и туда, и сюда, по всей Москве. Вот еще завтра тоже поеду. Так что день у меня такой. На Валберес еще зашла, забрала вот такие штучки. Это деревянные такие заготовки. Вот. Кому надо код, еще оставлю ссылочку под видео, кто рукоделием занимается, может быть, нужно. Такие вот из фанеры, ну, диски такие круглые. 30 штук, очень выгодно было. И еще зашла в Леонардо, мне нужно было. Не могу найти свои маленькие пяльцы, в общем, купила новые. Пяльцы, они оказались, я думала, деревянные, они оказались резиновые, что очень прикольно. Вот, также исчезающий маркер взяла, был только розовый и фиолетовый, и здесь еще есть корректор. Вот, то есть, если неправильно нарисовали, можно стереть. Вот, и также взяла ниточки, появились новые, прям соблазнилась, металлизированное мулине. Но дорого, по 115 рублей за моточек. И в мотке получается, сколько метров-то? 8 метров. Вот, и у них какая-то акция сейчас, не знаю. Карту клиента предоставляете. И если покупаете вот эти специальные нитки, то еще обычные нитки вам идут в подарок. Так что у меня теперь приобретенница. Вот, и по дороге домой соблазнилась, купила пончики с корицей. Корица, кто не знает, подавляет аппетит. Вот, в общем, очень ароматные. Сахару немного вроде бы насыпали. На весь салон автобусом был запах. Так что сейчас буду пить чай с пончиками. И, конечно же, оставлю своим тоже. Не буду все одна есть. Вот, так что, в общем, такие у меня покупки сегодня. Так, новая партия запеканки готова. Разрежу вот так вот на 9 частей. И 9 лоточков запакуем. Остынет и в заморозку. В этот раз еще добавила сюда цветную капусту. Немножко у меня оставалось. Добавила обычный лук. И саму, ну вот внутрь, просто еще отдельно сыр. Все перемешала, потом еще сверху посыпала. Немножко по-другому сделала. Вот, в общем, вкусняшка, но я не буду. Так, сегодня попробовала сделать зеленые щи с лагманом. Тут курицу порезала. В общем, нормально получилось. Густовато немножко, но ничего, зато будет сытно. Вот, и занимаюсь, в общем, готовкой. Такие дела идут. Так, всем доброе утро. Точнее, уже день в самом разгаре. Я, как всегда, с лотками. А Гоша у меня ушел на дежурство. Взял 10 лотков. Так что надо пополнять запасы. В общем, уже положила остатки. Ну, не прям так звучит остатки. В общем, были макароны. Положила с сосиской 2 штуки. Вот, и также еще просто макароны, и достала печенку разморозить по паре кусочков. Еще 2 лоточка у меня в морозилке в остатках, и плюс 2 пиццы еще осталось. Пицца очень понравилась ему на завтрак, хорошо идет. Вот, и удачно я вчера сварила суп, как раз 3 баночки получилось с собой, ему положила. Вот, что хотела вам еще сказать сегодня. Сегодня хочу еще рис сварить длинный, наверное, не знаю пока,
С печенкой или с чем? Может, с рыбой? У всех разные вкусы. Я рис с рыбой могу есть, мама не может. Вот, в общем, жду, пока разморозится чуть-чуть, потом пожарю. Вот, и надо что-то планировать с собой на дачу брать. Вот, еще достала из запасов кальмар с кукурузой, хотела салат сделать, но оказалось, что нет яиц, нету свежих огурцов, рис надо варить. В общем, немножко отложила. Потом сделаю. Вот, так что, в общем, такие дела. Да, вон, наверняка видите, плита просто капец, после каждой готовки она ужасно выглядит. Но практически невозможно ее оттереть. Сейчас ее залью моющим средством. Азелит мой кончился, поэтому придется сиф использовать. Но мне не очень понравилось, как он работает. Может быть, подольше надо оставить. И вчера в духовке сушили орешки. Вот, в общем, это у меня мама ест такое. Вот, в общем, такие дела. Все как обычно. Так, друзья, всем доброе утро. Я извиняюсь за голос. Я немножко приболела. Сегодня первый день, когда я могу более-менее разговаривать. Дня три назад у меня вообще пропал голос. Я практически не могла говорить. Хочу вам показать небольшие покупочки. Ходила в Чижик. Чек вам сразу покажу. Такая сумма у меня вышла. И еще отдельно я брала питу и картошку в Дикси. Чек уже не помню где. Значит, картошка свежая, расфасованная, килограмм по 41 рубль. И вот такая вот пита по 40 с чем-то. Беру делать заготовки пиццы. Вот, чижики. Взяла вот такой шампунь попробовать. С маслом жожоба. Так, там же светаевский сыр. Вот. Распродажи сейчас на выпечку всякую. В общем, что-то меня потянуло. Взяла такие вот кексы с шоколадной начинкой. Такая вот вишневые какие-то кексы. Молоко. Натусь, тебе привет, у тебя видела. Тоже решила взять, попробовать. Обычно мы берем рязанское молоко, оно вкусное. Но взяла это попробовать. Батон. Огурцы выбирала потверже, чтобы был твердый носик. А мюсли мне очень понравились. Вот хотела вам пустые баночки снять, но голос вообще пока не могу. Очень мне понравились. Рекомендую, кто любит. Мандарины взяла, захотелось. Обновила огурчики. Очень вкусные, маринованные. Еще этот майонез буду салат делать. И вот такие лимонные палочки. Тоже вот это вот коробки. Коробка палочки, коробка кексы. И вот это вот идут по желтому ценнику. Вот, в общем, такие покупочки. Еще сейчас вам покажу. Пришла мне доставка с Валдерис. Мне кое-что заказали. Сейчас поделюсь с вами. Вот, забрала заказ с Валдерис. 4 заказа пришло. Один еще в дороге. Заказала большую упаковку сменных лезвий для опасной бритвы. Такая вот штука. Здесь, по-моему, 100 лезвий. Вот большая упаковка. Код видите? Но если что, ссылку еще оставлю в инфобоксе. Ну, что сказать. Рапира, она и в Африке рапира. Очень выгодная упаковка получилась. Также для творчества. Заказала огромный мешок. 10 килограмм. Всяких обрезков кожи. Они должны быть вообще разные по структуре, фактуре, по толщине, по цвету. Вот, я вообще надеялась, что здесь будут белые кусочки, но
А здесь есть кремовые, вот такие молочные, серенький, но белого не вижу. Вот заказала еще отдельную упаковку белой кожи, тоже покажу вам потом артикул. Видите, кому надо, ссылочка будет в инфобоксе. И еще заказала стразики, тоже такой артикул. Сейчас я их распакую. В цапках круглый, темно-фиолетовый мне понравился. Там разные оттенки. И еще вот канитель жесткая. Тоже артикул. Видите, ссылки оставлю. Сейчас распакую, покажу поближе. Так, в общем, стразики просто обалденные. Здесь получается 2, 4, 6, 8, 10 штучек. Все суперские, без царапин, вообще классные. Такие вот. Немножко пыль на них какая-то, но они потрясные. Ничего не вывалилось. Все супер, цвет такой красивый. Вот, в общем, мне заказали брошку, и я решила заказать. В принципе, стразину можно использовать и без цапа, без вот этой окантовки. А можно и с окантовкой. Я посмотрю, как лучше. Вот. И, ну, он, вообще страз круглый, но с окантовкой он смотрится каким-то квадратненьким, как будто чуть-чуть. Ну, посмотрю, в общем, приложу. Ссылку оставлю, кому надо. И также канитель. Там был набор из 4 базовых цветов. Черный, бронзовый. И серебряный и светлое такое кремовое золото. Здесь получается, по-моему, по 3 грамма, что ли. Ну, не помню. Тоже оставлю ссылку. Хорошего качества, не гнутая, прям очень хорошая. Вот. И в подарочек еще положили вот такие вот стразики черненькие, пришивные. Очень миленькие, тоже их использую. Вот, так что такие у меня покупки творческие. Очень мне заказали брошку. Буду делать. Интересная идея. А потом вам покажу. Вот, вообще сейчас очень увлеклась брошками. Это я раньше занималась. Потом перерыв у меня был. И вот сейчас я опять решила позаниматься брошками. Вот, так что... Кстати, на днях я вам показывала и пяльцы маленькие я купила, и всякие разные бисер, ниточки, в общем. Такие дела. Немножко у меня, как видите, да, кто меня знает лично, голос немножко изменился, но сегодня первый день, когда я более-менее могу говорить. Вот вчера вообще не могла практически разговаривать, либо голос сходил на... хрип, какой-то сип, на шепот практически, то есть вообще вслух мало что могла сказать. Вот сейчас более-менее могу разговаривать, но все равно, когда долго говорю, начинается кашель. Вот так, в принципе, кашель не беспокоит. Сироп пью и из подорожника, я думаю, знаете его. Очень хороший, мне всегда помогал. Вот, и постилки, и пшикалка для горла, если ночью просыпаюсь от кашля. Вот, так что такие делишки. Сейчас буду примиряться и творить. Спасибо вам за внимание. Спасибо, что смотрите. Новые подписчики появляются. Я всем очень рада. Сейчас пока не знаю, как будет. Я на даче, мы были 3 дня, я вообще ничего не снимала. Хотя планов было много, но говорить не могла, поэтому смысл что-то снимать. Вот, может быть, сейчас будут видео с... ну, либо вообще без звука, с музыкой, либо, не знаю, как... ну, либо что-то очень мало буду говорить. Ну, в общем, не знаю, посмотрю, как по состоянию здоровья. Вот, так что такие дела. Особо, знаете, когда говорить, озвучивать как бы свои действия в кадре не можешь, то особо и снимать не хочется.
Вот, ну, в общем, будем пытаться возвращаться к съемке, к обычной реальной жизни. Вот, так что, в общем, спасибо всем, что вы со мной смотрите, подписывайтесь. Мы с вами скоро увидимся в новых видео. Всем пока-пока.